Право торжественно перерезать красную ленту и открыть новый спорткомплекс досталось директору института Константину Борисову, главе Больших Изюм Сергею Хацееву и исполняющей обязанности руководителя администрации Одинцовского района Татьяне Одинцовой. А право первыми выступить в новом спортзале досталось чемпионам мира 2016 по спортивной акробатике Николаю Супрунову и Игорю Мишеву. Открытие учебно-спортивного центра – это один из этапов реализации крупного проекта по созданию инновационно-образовательного туристского кластера в Одинцовском районе. Этот проект, значит, был одобрен на совете депутатов Большевизёмский. И, значит, разработан проект этого кластера, в состав которого входит 4 корпуса. Вот этот первый корпус, который нам удалось построить в течение года. Строили мы, значит, проектор, архитектор, это с города Краснознаменска, который действительно для детей хотел что-то создать такого значимого. Ну, так не для эфира, могу сказать, к сожалению, это была его лебединая песня, он умер от рака. Новый комплекс смогут посещать не только студенты вуза. Конечно, в первую очередь этот комплекс принадлежит Западно-Подмосковному институту туризма. Но у нас с Константином Витальевичем Борисовым есть полное взаимопонимание в этом. И, конечно, этот комплекс будет предоставляться для проведения всех спортивных мероприятий по городскому поселению Голицыно и по городскому поселению Большие Изюмы. И первое спортивное событие, сдача нормы ГТО, прошло на высшем уровне. Как выяснилось, учащиеся большевизёмских и голицынских школ к труду и обороне готовы. Когда я делал пресс, 52 раза на золото взял. Потом прыжки тоже на золото. Новое здание, скорее всего, будет пользоваться большой популярностью у местных жителей, особенно у молодежи. Ведь еще одна тренировочная площадка не помешает всем тем, кто увлекается спортом. А таких в поселении немало. Занимаюсь футболом. Это мое любимое занятие. Занимаюсь в течение 5 лет уже. Ну, у нас достаточно много достижений. Мы занимаем первые места на чемпионатах, выезжаем за границу, играем на международных чемпионатах и представляем честь нашей страны. На данный момент у меня есть 3 очень любимых вида спорта, которыми я уже занимаюсь много лет. Это пауэрлифтинг, баскетбол и смешанное единоборство. По пауэрлифтингу я получила кандидат на мастера спорта. Уже где-то 6 лет занимаюсь рукопашным боем. В прошлом году получил кандидат мастера спорта. Вот в этим летом планирую тренировать детей. В спортивном центре созданы все условия для тренировок. Здесь оборудованы 2 больших спортзала, 2 конференц-зала, 5 учебных кабинетов, медпункт и буфет. В спортивном центре планируется проводить соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу и физкультурные занятия, а также занятия по спортивному скалолазанию. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».